Доброго дня всем моим зрителям. Сегодня я бы хотела показать вам вот такое вот платье, которое сшила по выкройке из журнала Бурда 3/2020. Очень мне нравилась эта выкройка, так сильно нравилась, что я купила ее еще до того, как она появилась в журнале. Дело в том, что у Бурды есть не только выкройки журнальные, а есть отдельно каталог выкроек. Он выходит на сайте только в электронном виде, то есть эти выкройки никогда в журналах не печатаются, ну, по крайней мере, в том виде, в каком они представлены на сайте. Там на самом деле есть такая фишка, чуть позже про нее расскажу. Вот, да и вы сами, наверное, поймете. В общем, сначала эта выкройка вышла в каталоге. Я купила ее, потому что она мне очень понравилась. И буквально через там недели две выходит анонс нового номера. И в этом новом номере эта самая выкройка, просто сшитая из другой ткани. И вот прикол выкроек из каталога, что они иногда дублируются с журнальными. Просто для каталога, например, шьют из одной ткани, для журнала из другой. И бывает, ну, иногда даже с первого раза ты не определишь, что это одна и та же выкройка, пока не посмотришь на тех рисунок. Я, конечно, шила по той, которая была в журнале, потому что ее не нужно распечатывать, это удобно, перевел на кальку и сшил. Бурда ставит этому платью 3 точки сложности. Я, честно говоря, думаю, что здесь вполне хватило бы 2, оно не такое сложное, по крайней мере, мне таким не показалось. Я сшила его из трикотажа. Это такой мягкий, но при этом толстенький трикотаж. Такой, знаете, немножко жирненький, скользкий. У меня оверлок, ну, как бы работал с ним, конечно, но, знаете, он его немножко так подрастягивал и как-то вот поджевывал. Ну, такое, знаете, бывало и лучше. Оверлок бывало лучше справлялся, но это платье я целиком шила на машинке. На оверлоке я обметывала только к припуске, хотя, в принципе, они тут не сыпятся, можно было не обметывать, но как-то вот мы уже привыкли, да, что оверлочная строчка должна быть. Если ее нет, то вид какой-то недоделанный. Не знаю, мне кажется, это, конечно, стереотипы, но я все равно обметываю, потому что вроде как так положено. Купила всего 1,6 метра, а это очень мало для интересного платья, ну, для моего интересного платья, потому что я люблю длину миди, это, как правило, 1,20 м, там, ну, 1,15 м, 1,10 м, плюс рукава, плюс если какой-то вот еще интересный элемент, как здесь вот на животе драпировка, то есть на все это нужны метры, метры, там, сантиметры, и сейчас я, ну, как бы меньше 2 метров стараюсь не брать точно, потому что, ну, как бы практика показывает, что мне хотя бы 2 метра, но надо. На эту выкройку Бурда говорит, что нужно взять 2,15. У меня было 1,60 м, но я все равно решила рискнуть, потому что я решила поиграть с рукавами. Вообще, это платье такая экспериментальная модель, потому что трикотаж у меня лежит с 16 года, и как бы мне его было не особо жалко, я на нем хотела вот порепетировать все, что можно. И здесь я попробовала выйти из ситуации, когда не хватает материала, тем, что я не уменьшала длину рукава, хотя можно было бы. Я решила сделать рукав двушовным. Благодаря этому у нас часть рукава кроится меньшего размера, вот эта локтевая, да, которая, ну, вот там, ну, как бы снизу здесь вот находится, она поменьше, и ее можно как раз выкроить, ну, там, из какого-то вот кусочка там небольшого, а основную вот эту верхнюю часть рукава, ну, я кроила из полосы оставшейся, в общем. Тут, конечно, играет большую роль, сколько материала у вас осталось и каковы размеры этих остатков. И я вот просто под свои остатки подгоняла, и поэтому у меня получился вот такой двушовный рукав. Хотя изначально я хотела делать двушовный рукав, но с вот таким вот вертикальным швом, который бы шел от плеча вниз. Но я даже выкройку уже сделала, все хотела делать, и пробник сшила. Но потом поняла, что по длине-то я ничего не выигрываю. То есть у меня уменьшается ширина детали, да, то есть я как бы выкраиваю 2 таких небольших детальки, но они все длинные. А мне не хватало именно длины, поэтому мне пришлось как бы разбить мой рукав тоже на 2 части, где одна длинная,
а вторая чуть покороче. И вот как раз благодаря этому, ну и еще тому, что я тут не особо щепетильно кроила в плане стыковки, то есть у меня, ну как бы тут немножко, может быть, не так идеально, как хотелось бы, вот эти полосочки рептильные идут. В общем, получились рукава, какие они должны быть по журналу. На фотофоруме Бурды, я, кстати, оставлю ссылку на него, можете посмотреть, как выглядит эта выкройка с короткими рукавами, там есть пример. Ну и вообще разные варианты, потому что по этой выкройке девчонки даже платья для дома шили, и, по-моему, получилось тоже очень симпатично. Учитывая, что шьется из трикотажа просто, я думаю, даже домашнее платье можно сшить, и будет и удобно, и интересно, необычно и женственно. Я, в общем, вдохновилась идеей сшить для дома такое трикотажное платье. Хотя это тоже трикотажное, но как-то для дома пока не знаю. Хочется куда-то на выход. Из-за того, что у меня трикотаж, я не стала делать молнию сзади. То есть это платье вообще без каких-либо застежек. Спереди очень глубокий вырез. Причем этот вырез реально до пупа. И мне пришлось его тут немножечко прихватить ниточками. Я потом, когда буду показывать вам изнанку, я покажу, как я там, ну, просто прихватила вот в том месте, где мне было нужно. Ну, потому что иначе действительно здесь очень красивый такой откровенный вечерний вырез. Я не знаю, можно ли это платье так носить с этим вырезом, насколько это будет адекватно, поэтому, ну, в общем, я прихватила. Постаралась прихватить так, чтобы сохранилась вот здесь вот воздушность возле этого сгиба, ну, потому что здесь такие красивые драпировки, и вот хочется сохранить. Очень часто, когда вот здесь вот прихватывают вот V-образный вырез, прям видно это место, прям оно как-то тянет, оно плоское такое, и, ну, мне кажется, это не очень красиво смотрится, поэтому я вообще либо не шью V-образные вырезы, либо шью так, чтобы, ну, как-то вот это было не так сильно заметно. Здесь, конечно, я понимала, что этот вырез до пупа еще видно было даже на фотографиях в журнале, что с этим что-то придется делать. Ну, морально готовилась, что даже, ну, будет здесь закрепка, значит, будет. Очень мне хотелось вот драпировку на животе попробовать. Она такая необычная. Необычное. При том, что само платье получается, видите, приталенное, оно подчеркивает талию, но спереди, как правильно написали девочки на фотофоруме, оно скрывает животик. То есть, и как бы вот там за складочками он прячется, и если надеть, ну, корректирующее белье, например, или как, ну, мы тут все девочки, думаю, все такое дело знают, вот, то как бы получается, вот здесь такая у меня талия, а животик не видно. Вот, такие вот дела. В принципе, наверное, это все, что я вам хотела рассказать по поводу внешнего вида платья. И давайте перейдем к внутреннему, покажу изнанку. На изнанке я хочу показать вам обтачку спинки. Давайте начнем сверху и сзади. Поскольку я не ставила молнию, то обтачку я делала здесь цельную, то есть без шва. И вот здесь, в районе плеч, обтачку я делала шире, то есть немножко ее с помощью скругленного лекала подвела к тому размеру, какая ширина обтачки переда, просто чтобы это красиво смотрелось на плечах. Мне кажется, что так намного лучше и как-то гармоничнее смотрится. Закрепила вдоль припусков, вот здесь вот за припуски точнее, закрепила потайными стежочками, чтобы она не шевелилась. Ну вот так это выглядит. Проклеила трикотажным тонким дублерином обе обтачки. Обтачка переда выглядит вот так вот. То есть только обтачка, и предполагается, что вот по этой линии у нас она отгибается наизнанку, и получается вот наш красивый V-образный вырез. Вот они, два малюсеньких стежочка, которые держат детали полочки, чтобы они не разбежались. Я сделала просто вот такую короткую закрепку, хотя можно, в принципе, было здесь вот потайными стежками прихватить всю нижнюю часть от закрепки до узла. Но я решила, знаете, пока еще не надевала это платье, все-таки надену, похожу, посмотрю, и если вот после такой длительной примерки станет понятно, что надо здесь прихватывать, я прихвачу. Вообще, я, наверное, такой человек, которому вот пока шью, кажется одно, потом начинаю носить вещь, и я могу в процессе вносить какие-то изменения, ну, вот такие вот незначительные, потому что, ну, пока шьешь, непонятно, как это будет. Хотя вроде бы пытаешься предугадать, но не всегда получается. Поэтому я частенько вот ношу и в процессе что-нибудь там подправляю. Вообще, вот вся эта тема здесь с узлом, она
такая, знаете, индивидуальная. Очень будет зависеть от материала, из которого вы будете шить. В журнале это платье сшито из ткани. Я шила из трикотажа. Там ткань хлопчатобумажная, стрейч, ну, то есть тоже хорошо тянется. И, кстати, журнал делает пометку, что это платье обязательно нужно шить из эластичных материалов. То есть любая, либо ткань, либо трикотаж, они должны тянуться. Ну, как я поняла. И, в принципе, здесь нет вот этих огромных прибавок, как обычно бывает у бурды, там, по талии, по бедрам. То есть я, если и приталивала, то, если честно, незначительно. Я в бурде шью 38 размер, мои мерки 90, 70, 95. Я всегда выбираю 38. Иногда ушиваю больше, иногда меньше, зависит от настроения бурды, так скажем. Ну, бывает по-разному. Вот, шила все на машине, на обычной швейной, обычным стежком, несмотря на то, что у меня трикотаж. Но он, видите, не сильно тянется, поэтому в целом его можно шить на машинке. Игла у меня была просто стрейч, ну и припуски я обметывала на оверлоке. То есть, по сути, я работала с трикотажем, как с обычной тканью. Конечно, вот капризничал он у меня иногда, вот так вот, на утолщениях, то есть тут вот видите толстый припуск шва, и когда я обметывала низ, оверлок немножко поджевывал, как-то вот из-за того, что этот трикотаж, он как резинка, туда-сюда как-то тянется, ну вот есть такие небольшие косячки в обметке. Я про узел, про этот не договорила немножко, что очень будет зависеть вот этот узел, его итоговый вид внешний, от того, из какого материала вы шьете. Тонкий материал у вас или средний, как он по упругости, да, то есть бывает вот материал ложится мягкими складками, бывает стоит колом, то есть все это будет зависеть, ну вот итоговый вид узла будет зависеть от материала. У меня трикотаж упругий, поэтому узел получился такой, ну скажем, объем. Он не очень большой, но все-таки, мне кажется, больше, чем то, что в журнале. Именно потому, что у меня трикотаж такой, как, знаете, демисезонный. Не летний, не легкий, не тонкий. Но я не очень люблю из тонких трикотажей платья, потому что мне кажется, что на бедрах, на попе, ну, как бы тонкий трикотаж неоднозначно смотрится, но это исключительно мои заморочки и предпочтения. Еще вот здесь у нас с вами, когда мы будем, ну вот, на пошиве делать этот шов, здесь есть метки, от которых, по идее, мы, ну, либо начинаем, либо заканчиваем. И вот тут останется дырочка, через которую будет образовываться узел путем переплетения там одного через другое. Так вот, я эту дырочку потом подшивала еще. То есть уменьшала, потому что у меня прям, знаете, если оставить в журнальном варианте, прям было видно тело. И как-то это странно выглядело, в общем, пришлось немножечко ее здесь подстрочить. Спинка здесь без шва на талии, то есть она тут цельная. И это такой подводный камень многих готовых выкроек. По крайней мере, со мной это случалось, поскольку моя мерка от плеча, так, мерка от плеча до талии, вот, она меньше, чем у бурды. Ну, то есть бурда строит, ну, на какой-то тип фигуры, и там, скажем так, спина длиннее, чем у меня. Поэтому, когда я беру выкройку, вот спинка, где цельная, у меня иногда появляется такой дефект, как вот горизонтальные заломы над талией. То есть, ну, вот так вот получается, надеваешь, и тут как бы вот такими горизонтальными полосками ложится лишняя ткань, лишний материал. Это дефект, который должен быть устранен не на выкроенном платье, а еще на бумажной выкройке. Потому что если здесь нет шва, вот эту лишнюю ткань забрать некуда. Если есть шов, то мы в шов это убираем. А так, по идее, выкройка должна корректироваться до момента кроя. Я так и делала. Вот сколько я шью по бурде лет, я всегда, зная вот эту особенность уже на горьком опыте, я вносила изменения в бумажную выкройку. Оставлю тоже ссылочку на мастер-класс, как это делается. И вот буквально этим летом я решила попробовать новую методику, опять же, просто поэкспериментировать. И я решила поднять выточку. То есть вот здесь, в районе талии, у нас толщина выточки самая максимальная, да, ну как бы, чтобы приталить красиво. Так вот, я эту максимальную толщину как бы на 3 сантиметра, это разница моей и журнальной мерки длины спины до талии, я просто поднимаю вверх. Соответственно, выточка у меня чуть выше поднимается, тоже на 3 сантиметра. И получается вот это самое большое приталивание, оно поднимается выше и попадает на мою талию. Вот. И вот здесь вот внизу
я ничего не меняю. То есть вот докуда выточки доходят, тут они и остаются. То есть я здесь на 3 сантиметра не поднимаю. По сути, я просто меняю положение выточки, и за счет этого у меня уходят, ну, вот эти вот горизонтальные какие-то заломы. То есть как бы лишняя ткань вроде как распределяется, и получается все хорошо. Я ни в коем случае не говорю, что это правильный какой-то супер метод, по которому теперь все должны корректировать выкройки. Нет. Это, наверное, просто на тот случай, если вот вы уже выкроили и смотрите и видите, что на спине вот это вот образуется, и не знаете, что делать, и пока не хочется резать спинку и делать шов на талии, ну, можно попробовать вот так вот с выточкой. У меня, в принципе, сработала эта тема. На желтом платье я там летом шила, и вот сейчас снова попробовала, и снова получилось. Не знаю, будет ли получаться всегда, но, по крайней мере, вот пока получилось. Вот поэтому делюсь с вами. Также я в инфобоксе оставлю ссылочку на видео, по которому я научилась обычный рукав переделывать в двушовный. И вообще супер удобная вещь, как бы, да, получается, что нам надо уже поменьше как бы материала, да, и вот получается выкроить рукав той длины, какой хочешь, из меньшего количества материала. Вот, оставлю ссылочку. Огромное спасибо автору. Я сейчас ни капельки не рекламирую, просто действительно меня это видео выручило. Я не знаю, как строить, например, двушовный рукав к готовой пройме, а там просто на базе одношовного рукава путем небольших там изменений он как бы перемоделируется и получается двушовный рукавчик. Мне кажется, что это прям гениально. Гениально. Можно экономить ткань таким образом. Разрез покажу вам и низ. Все, мы с вами добрались до самых финалов. Здесь вот так. Я не стала здесь на уголок ничего шить, потому что трикотаж, не хотелось мне с этим заморачиваться. Плюс, видите, большая разница между шириной припуска разреза и припуска по низу. Поэтому я вот таким вот самым простецким, кустарным, скажем, способом все это дело подогнула и потайными стежочками закрепила. Я не клеила дублерином низ, я никак не укрепляла разрез, то есть просто приутюжила и тоже вот здесь вдоль разреза потайными стежками все аккуратно прихватила. Я использую текстурированные ниточки, я не перестаю их хвалить, очень удобная штука, если вам будет попадаться, вот у меня от марки Guterman, это Е121, это не оттенок, это вот тип ниток, ну вот сюда такие вот подошли по цвету. В общем, я очень довольна. Много раз вам про них рассказываю. В общем, мне нравится. Они практически не чувствуются на швах. Я их ставлю в оверлок. И оверлочная строчка с ними тоже такая нежная, очень тоненькая. И вот очень классно ими подшивать, что бы то ни было, потайными стежками, потому что они вообще не добавляют никакой толщины. То есть вот я сейчас трогаю и чувствую только трикотаж и никаких ниток, как будто бы оно само как-то так волшебно держится. Я даже вот попробовала бирочку здесь к обтачке этими ниточками подшить потайными стежками. Вот видите, прям даже вот тут только видно, да, что узелочек был, а тут прям вот незаметно, и оно прям толщины не дает. Очень мне это нравится. Интересная фишка в районе разреза. Когда-то давно мне посоветовали так делать, закреплять разрезы с помощью вот такой детали. Это крючок. То есть обычный крючок, есть крючок, а это петелька от него. И вот с помощью этой петельки от крючка она подшивается как бы в начале разреза. И, ну, получается, как бы предохраняет наш разрез от разрывания, если какой-то будет слишком широкий шаг. Ну что ж, вот такое вот платье у меня получилось. С обзором, примеркой, рассказом мы с вами закончили. И сейчас, если вам интересно, то я покажу, как я его сшила. Большое спасибо за внимание. Пока-пока!